Друзья, приветствую вас на нашем канале. Мы сейчас находимся в городе Краснознаменск. Это цех по производству кранового оборудования компания «Атлант». Здесь установлена на потолке потолочная водяная низкотемпературная система отопления «Теплопанель». Это здание хорошо теплоизолировано. Здесь все отлично работает. Сейчас 13 февраля, за бортом 0 градусов. Внутри плюс 13. Работает кранбалка. Вообще здесь люди работают. А вот мы приехали и стараемся не мешать им и снимать свои видео, чтобы вы могли, сидя в удобном кресле, попивая вкусный кофе или чай, наблюдать, как бизнес строится в долгую, если использовать современный инженерный класс отопительного оборудования. Завтра у нас начинается выставка «Акватерм», которая пройдет в Крокусе, но, скорее всего, этот видеоролик выйдет гораздо позже. Тем не менее, мы всегда на связи, мы готовы будем ответить на ваши вопросы. Пишите в комментариях, оставляйте ваши заявки по ссылке под видеороликом, звоните, пишите. В общем, у нас по всем категориям зданий есть реализованные объекты, склады, цеха, торговые центры, спортивные сооружения, автосалоны, автосервисы. Везде готовы помочь, готовы поделиться информацией технической, коммерческой, общей. Поэтому всем удачи, ждем ваших обращений.